В Москве стартовал форум народов России и Евразии. В церемонии открытия приняли участие представители разных национальностей, населяющих страну, а также ряда зарубежных стран. Форум проходит в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Здесь, в Зале Славы, после церемонии открытия, участники форума обсудили вопросы формирования межнационального взаимодействия. От имени Якутии участие в форуме приняла министр по развитию институтов гражданского общества Республики Сардана Гурьева. Мы внимательнейшим образом послушали приветствия от федеральных органов власти, от Комитета по национальной политике Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, Совета при президенте Российской Федерации по национальной политике. И многие выступившие отметили, что в преддверии праздника Дня народного единства и в условиях, когда международная обстановка достаточно сложное, сегодня важным является инструмент общественной дипломатии. И цель сближения народов как раз направлена на укрепление мира и согласия между народами.